Да. Двигайся туда в угол. Не хочу. Я же хочу снимать. А, мне, наверное, туда лучше сесть даже. Главный приз. Нужно сделать фотографию и выложить ленту с вот таким вот текстом, который здесь. И можно будет выиграть главный приз, который тут вне зависимости, там, выиграем мы или нет. Mm-hmm. Можно будет получить... Типа команды сделать фотку? Не, не команды, можно, ну, какую хочешь. Mm-hmm. Вот, то есть сделать можно команда, можно не команда, но это отдельно. Есть отдельно то, что выиграли, а это отдельно кто-то один выиграл. Классная, мне очень... Угадайте, с кем я сегодня тут встретилась? Наконец-таки увиделись за 1000 лет. Да, вот, пожалуйста. Жива, здорова. Слава Богу, ну что ты так говоришь? Встретились наконец. Да, будем сегодня. Ну да. Что-то не изменилось. Мы сегодня планируем выиграть. Мы хиппи, если что. Кто не понял. Ну мы плохо подготовились сегодня. Мы обязательно... Вообще никак не подготовились. Я смотрю, что девчат в зале становится все больше, больше, больше. Жень, мне нормально? Вот так вот надо носить. А есть еще? Нет. Девочки, так приветик. Хотя говорит, мы купим какие-то одинаковые ленточки. Я звоню, звоню, говорю, где ленточки? Да мне некогда, у меня дома ремонт, у меня дома трэш вообще. Все, тебе минус. Хорошо, мне минус. Я подготовлю в следующий раз. Я сегодня в платье просто, да. Но девочки красивые, смотри, шляпы. Но ты говоришь, что перышек не было в хиппе. Перышек. Пошли за номерком. Начало игры ровно в 16:00. Помни, за твою атмосферу, хиппи, за твою атмосферу. 43, 45, 61, 13. Поэтому забывай про все проблемы и заботы. Заказывай коктейли, вино, просека, шампанское и ворвёмся наконец-то достойно в это воскресенье. Помни, сегодня Александр Барбены сделает твой вечер гораздо легче. Это какие-то подарки еще. С подарками. Я надеюсь выиграть. Что, в корзину? Подарок. В корзину? Нет. Не, ну есть прикольно, девочки подготовились, молодцы. А мы не подготовились, все, я расстроена. Я расстроена. В следующий раз. Так, а Катя серьезно поехала в Старгород? Ну, Катя куда говорила, нам изначально туда и поехала. Да. Мы нафоткались, а теперь надо вот это вот сделать... Это безобразие надо выложить в Инстаграм. Да, в это безобразие надо выложить в Инстаграм. Все готовы? Нет. Не, ну есть девочки, хорошо подготовились. С зеркальным взглядом. Спасибо. У нее привыкла, что у нее там широкий угол. Девочки лучше подготовились. Есть. Галстук. Но я имею в виду, что девочки, которые прям... Чем наша команда. Чем наша команда, да. Ну, мы поставили. Можно шампанское взять? Заставили. Бокальчики. Сейчас его разлить и фактически потом сидите опять. Где полный зал? Это что происходит? Настоящая нирвана, долгожданная, предпоследняя игра, предпоследний девичник 2021 года и такая тишина. Девчата, для тех, кто знает меня давно, всем привет. Для тех, кто с нами сегодня первый раз, меня зовут Дмитрий Чагис-Селиванов. Хотите вы этого или нет, но этот девичник мы сегодня проведем вместе. И я хочу на счет три услышать именно тебя. Если ты умеешь свистеть, свисти. Если ты умеешь кричать, кричи, да делай что угодно, потому что сегодня мы с тобой погружаемся в мир настоящей нирваны. Девчата, привет! Совершенно другое дело.
Я сразу для себя хочу понять. Давайте вот, как говорится, договоримся на берегу. Есть ли в этом зале девчата, кто пришел сегодня отвечать на умные вопросы? Тут есть такие? Да! Так, стоямба. Я сейчас закончу игру. Я так понимаю, у нас все такие медалистки, золотые медалистки собрались. Друзья, есть ли в этом зале девчата, кто пришел просто прибухнуть? Есть такие? Вот это по-нашему, как говорится. Потому что я всегда говорю, чем выше градус в голове, тем ярче будет этот вечер. Я предлагаю сегодня нам с тобой забыть про все. Как говорится, я тоже не зря приперся. Так, девчонки, огромный респект каждой из вас за то, что подготовились. Я так понимаю, что VIP-столы сегодня пришли не сами. Они подготовили вот такие, как это, плакаты, транспаранты, да, это называется. Вот сегодня настоящий мир хиппи. Респект каждой из вас за то, что позаботилась о своем внешнем виде. Я желаю тебе хорошей, легкой игры и помни. Вопросы достаточно простые. Я по классике жанра всегда поздно ночью получаю сценарий, я его читаю. Хоть вопросы изначально кажутся достаточно сложными. Помни, мы не будем с тобой искать красотки. Команда Вишенки. Привет, команда Вдох-выдох. Привет, красотки. Тут прям выставлены бокалы, ребят, красиво. Я так понимаю, что готовы. Вы прибавите, вы ждете, когда же будет настроение. Команда «Монтажная пена». Привет, красота. Ответов во время игры. Запрещено в ответах перечислять всевозможные варианты. Такие ответы будут не засчитаны. Даже если среди них есть правильный ответ. Говоря простым языком. Капитаны команд, поднимите, пожалуйста, свои руки. В каждой команде должен быть капитан. Капитаны команды, поднимайте. Капитаны команд, поднимайте руки. Блин, что сидишь как засватан? А, вот, есть. Дорогие команды, в каждой команде есть капитан. Именно этот человек отвечает за заполнение бланков с правильными ответами. Только этот человек каждый раз в каждом блоке будет писать. Если тебе неприятен мой голос, ты можешь меня не слушать. Но помни и знай, что на экране и на всех телевизорах постоянно дублируется все, что я говорю. Поэтому отлично. Итак, первый блок, блок разминка. Начинаем с разминки коллективного разума. В этом блоке вам предстоит выбрать один правильный ответ из четырех. На размышление дается 1 минута. За правильный ответ вы получите 1 балл. Записывайте правильный ответ в бланк ответов. Итак, поехали. Перед вами знаменитые лозунги. Каждый из этих лозунгов использовали хиппи на мирных акциях протеста, а также в качестве жизненных ориентиров. Однако, один из этих лозунгов не принадлежит хиппи. Какой именно? 4 варианта ответов на экране. Минута. Поехали! Где обсуждение? Половина. Все знали, девчата. 20. Стоп. Давай вернемся. Мир нирваны, перечеркнул за правильные ответы. Поднимайте все-все-все ваши бокалы. Девчата, просыпайтесь, бокалы в атмосферу. Раз, два, три, полетели! Отлично. Ну а теперь настало самое время обратить внимание на экран, на котором прямо сейчас появится правильный ответ. А именно, фраза, которая, лозунг, который был лишний среди всех предложенных. Внимание на экран. Кого? Малышный как-то нет. Стиль жизни. Насколько хорошо вы знакомы с ним? Давайте проверим. Блок состоит из 6 вопросов, связанных с хиппи и их жизнью. На каждый вопрос дается 30 секунд. Далее переходим к следующему вопросу. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Что делать? Итак, настало самое время начать. Блок номер 2, вопрос номер 1. Все привыкли говорить хиппи про людей из 60-х, которые носили джинсы, клёш, заплетали цветы в волосы и большими компаниями выезжали на летние фестивали. Это движение зародилось в 1965 году. Тогда же о нем стали писать в газетах и рассказывать в телепрограммах. Но само название для субкультуры придумали не ее представители, а журналист Херб Кан. Сами хиппи никогда не называли себя хиппи. Это
14, 15, 16, 17. Кто еще не успел дать здоровье? 18, 19, 19 с половиной, 19 с волосиной, 20. Стоп. Девчата, если вы готовы прямо сейчас испытать свою удачу и выиграть призы от организации. Ответ номер 3. Не, ну это такое трудно придумать. Ответ номер 4. Ой, я вообще не знала. Ответ номер 5. Ответ номер 6. Мы понимаем все правильно. Видите, ответ номер 7. Фольксваген. Ну а теперь, красотки, давайте узнаем, кому же все-таки достанется. Время, поехали. Вопрос номер 3. Внимание, награда. Что написано на плакате? Варианты ответов ниже. Время, поехали. Б, мне кажется, нет. Время становится все меньше, меньше и меньше. И стоп. Вопрос номер 4. Какой жест показывает вот, вот написано на варианты ответов. На твой приветствие, средний палец, козу и два пальца. Время все меньше, меньше. Что может показывать хиппи? Да нет, два пальца. И нигде. Вот. Ну и поехали. Мне как гитара. Мне гитара, кажется. И последний вопрос этого блока. Вопрос номер 7. Что находится на крыше автобуса? Велосипеды, люди, доски для серфинга и барабаны. Время, поехали. Ради стоит сказать, что хиппи были хоть и важны, но далеко не единственной субкультурой. 20 век подарил нам огромное количество неформальных движений, которые так или иначе взаимодействовали с хиппи. Кто-то развивался с хиппи параллельно, другие стали последователями. Одни субкультуры поддерживали хиппи, другие откровенно не любили. Давайте разберемся, что к чему. Ну что, Катя? Вопрос номер 3. По поводу этой субкультуры распространено множество предрассудков. Считается, что ее представители агрессивны и политизированы, но изначально это не так. Лозунгом субкультуры являлась фраза «Remember the spirit of 69». Идеалы традиционных представителей субкультуры копируют культурные устои 60-х годов. Рабочий класс, семья, друзья и социальные корни. Представители субкультуры появились в то же время, что и хиппи, и так же, как хиппи слушали регги. Однако СМИ, вы часто можете увидеть представителей этой субкультуры сугубо в негативном свете. О какой субкультуре идет речь? Время. Юля, какой ты наркоманёк. Бомж стайл, давай, как они? Как они?
Вопрос номер 4. Представители этой субкультуры. Ко мне вопросы есть еще или нет? Нет. Когда потом закончится? Девчонки, давайте тогда поднимем бокал уже в последний раз, как говорится, пока с кешаном. Пока, поднимайте на сел. Все. Ну, официально последний раз. А там уже начнем поднимать официально. Итак, вопрос номер 1. Само название X является переводом английского sick. Что означает предмет или вещь? X – это результат ручной работы умельца. X является не только атрибутом, но и способом передать информацию, распространен среди хиппи. Изначально X – пояса, которые делали североамериканские индейцы. Благодаря цветокоду и определенному дизайну, X мог рассказать свою историю. Все элементы рисунка X в соответствии с их цветом и формой имели свое коренное значение. Раньше такие пояса передавались в знак союзничества вождям различных племен, а также использовались воинами для обозначения своеобразного братства. Дурным признаком было снять X. Это означало конец союза и братства. Поэтому переданные X носили, пока они не испортятся или порвутся. Сейчас X делают и носят иначе, но они сохранили свое значение среди хиппи. Назовите, что такое X. Музыка! Уточнить у организаторов, правильно я понимаю, что я сейчас буду... Что, танцевать будем? От кого? Так вот, как зовут, напомню? Юлечка, смотри. Все выходили, все вручали то сертификаты, то там, ну, в основном сертификаты, да? Ты вышла, королева ночи, да. И сэкономила богу на одежде, потому что тебе от Виктории Фроловой достается костюм ручной работы, сделанный своими руками, здесь есть визитка Вика Фролова Fashion School. У тебя здесь костюм, давай достанем, покажем, пускай все завидуют. Аплодисменты! Так, это есть кофта. А это есть шорты. По-моему, шорты. Давай глянем. А это... Одевать не надо, но мы должны все продемонстрировать. Пускай девчата завидуют. Кофта и шорты достаются тебе от Виктории Фроловой за помощь мне. Я как Якубович, в поле чудес. Сектор приз в студии. Сейчас будем буквы открывать, как говорится. Так, ну что, мне нужна ваша помощь. А куда вы ушли? Куда вы ушли? Будете мне помогать. Давайте я пока подержу его, а вы сейчас будете открывать разносы. Итак, ну как в поле чудес все должно быть. Итак, барабанная дробь, правильный ответ номер 1. Как это правильно называется? Фенечка. Да. Отлично. Ответ номер 2. Ответ номер 3. Бандана. Ответ номер 4. Лимон. Ответ номер 5. Солнце, защитные очки. Спасибо тебе, красотка, огромное. Держи твой подарок. Поздравляю. Девчонки, ну а прямо сейчас я объявляю 5-минутную музыкальную паузу. Ура! Мы выиграли приз! Мы проиграли. Стильки делаем, команда Стильки. Значит так, ну, молодцы, между командой Стильки и командой Lucky Girl прямо сейчас будет батл. Не на жизнь, а на смерть, я бы даже так сказал. У нас с вами есть... 1 минута, есть возле каждого стола по одному организатору, у них есть... Мы предпоследние. Если бы не вам выдали внимание, команда Lucky Girl и команда Шпильки. Сейчас, как только я скажу цифру 3, у вас будет ровно 1 минута. Третье место. Девчонки получают скидку 10% на следующую игру, сертификаты от Дамиани и сертификаты на сумму 500 гривен от Лайзер Поляковой. Аплодисменты, девчата! У нас дали сертификаты на посещение своей кофейни «Ананас Днепр», которая находится в самом центре. Также матча из Японии, гречаный чай, все, что можно найти на инстаграм-аккаунте нашего спонсора матча «Ями», который дарит матчу нашим участницам. Ну и, конечно же, набор настоящих свечей, ручной работы из ващины дарит наш спонсор свечи для дома «Укр». Ребята также проводят мастер-классы для взрослых и детей на вашем детском празднике, на женской встрече, мероприятии. Я приглашаю к себе команду, которая заняла второе призовое место, команда Lucky Girl. Под громкие аплодисменты! Команда Lucky Girl уже восполнила состав.
на левый экран. Кто капитан команды, девчонки, кто капитан? Так, смайл пару вручайте. А? На следующую игру каждый из вас будет уже с белоснежной улыбкой. Все видно, смотри. Все видно. Все, мы замечательно провели вечер. Сейчас я еще Юле отдам ее приз. Да. Наконец. Спустя, да. Сколько? Пару месяцев? Да. Полгода. А у нас ливеняка. Да какие полгода? Пару месяцев. Давай, ливеняка. Уже преувеличиваешь. До новой игры. Пойдешь еще? Понравилось? Понравилось. Интересно, но единственное, что специфика. Специфика, мы не поняли, да. Мы вообще не знали эту тему, не понимали ни вопросов, ничего. А если бы такой вот именно общеобразовательный, было вот, бы интереснее. Было бы лучше. Но я сейчас навряд думала, что будет общеобразовательный вообще. Ну, мне понравилось, что вот такая разговаривательность. Только мы не подготовили. Только мы не подготовили. Мы мегамозг. Надо было назвать новое название. Мегамозг. Вот же они все. Мегамозг. Я не фотка, я снимаю. Я понимаю, что ты снимаешь. Просто ты так гоняешь, что вверх, то вниз. Всех нас ничего не видно. Видно все. Наш ливень идет. Иду к Люсе. Блин, ничего не видно. Иду к Люсе в машину забирать Юле макароны. А куда ты едешь? А что ты катилась назад? Ой, подожди, я тут я остаюсь. Да подожди ты. Вот я забрала. Все. Пока, я не хочу туда идти, там дождь. Как с этим жить? Они издеваются надо мной в дождь. Я же говорила, что ты лишняя. Сама издеваюсь, говорю, прыгай. Я им предлагала, что когда ты за инфокритиком бежала. А как ты тут сидишь вообще? Нормально. Я включила свет. За пакетиком бежала, говорила, давайте смотаемся, пусть она сама говорит. А, вот оно в чем дело. Ой, Джузеппе. Там банкеты мужчин, вас сюда заперли. Ну, нам сюда предложили. Все? Банкет именно одних мужчин? Нам надо пойти туда. Это не выздоровье, это там в конце. Меня потом Саша продал домой. А, вот там. Это все, надо удалить это. Скажи, это все ради подруги было. Хорошо. Смотрите, какие у нас вазончик. Вид из окна. Вид из окна. Смотри, кстати, мне нравится этот вид из окна. Там уже елка и уже огни горят. А у меня дома ремонт. Да, принесли пиццу. Здесь, кстати, очень вкусная пицца. Может, это так я сидела вот так вот. Получилось? Да, очень сильно. Нет? Покажи, как. Так получилось или нет? Нет, сейчас получилось. А как, ты уже сделаешь? Да. Хорошо, сидим. Ну куда, это не скрин. Ну, прийти же вкусняшки. Нормально. Вот уже она просто не поняла. Я видео включила по-быстрому. Вот это какие-то новые. У нее все по-быстрому. Да, у нее все по-быстрому. Планы меняются. Давай, пробуй, расскажешь. Вкусные новые? Ты у меня подопытный кролик. Ну, вот смотри. Это мы уже ели. Филадельфия Классик и вот новые роллы. Найди 10 отличий. Нет, они одинаковые. А почему? Где Классик? Они разваливаются. Вот классик, а вот... Нет, это одинаковое, как будто они сделали. Подожди, оно должно... А на картинке оно не с огурцом. С огурцом. С авокадо. С огурцом. Давай посмотрим. Я что-то подумала, что не с авокадо. Вот это вот, где сыр, типа, я подумала, что это... Ну, вот эти новые. Новые вот эти вот. Там, где типа ассорти.